Мне горячо, но не важно, я расправляюсь. Мороженым, холодными напитками. Не выхожу на солнце, сижу в подвале под кондиционером. Если жара на улице, просто не выходить на улицу. В основном гуляем ночью, когда прохладно, да. С 12 до 3 лучше на улицу не выходить. Мы ходим по парку и тусуемся возле фонтанов. Окошко дома открываю, например. Пить еще холодные напитки, есть мороженое. А обтирать лицо холодной водой тоже помогает. А джерри можно еще кремом мазаться. На дачу, если только ездить. Все, там открывается купательный сезон. Душ прямой и все проблемы.